Александр Пашков родился в Екатеринбурге. Родители служили в МВД и были очень заняты на работе. Чтобы направить энергию сына в правильное русло, мама отдала его в школу, где кроме общеобразовательных предметов, обучали хореографии и всему, что связано с искусством. В третьем классе педагог по хореографии дала мне характеристику, как лучшему ученику, чтобы я поступил без экзаменов в балетную студию при Академическом театре музыкальной комедии. Участвовал сначала в детских спектаклях, потом во взрослых. Можно сказать, что в 10 лет началась театральная карьера, вспоминает Пашков. Таким образом, судьба была определена. В 2001 году он закончил Екатеринбургский театральный институт и в том же году сыграл первую роль в кино. Сегодня 42-летний Александр Пашков, востребованный и любимый многими зрителями актер. Вот подборка его интересных работ в разных жанрах и амплуа. 1941-2009. Жанр – военная драма. Сюжет – 21 июня 1941 года. Два старых друга собираются справлять свадьбу своих детей. Алена, Ольга Алексей, счастлива, а вот ее жених Григорий, Александр Пашков, женится под давлением отца. Он любит другую девушку. Зато в Алену давно влюблен Иван, Иван Лапин, брат Григория. Вскоре война еще больше перемешает судьбы людей и расставит свои приоритеты в жизни. Количество эпизодов – 12. Переезд – 2013. Жанр – экранизация мелодрама. Сюжет – Настя, Ирина Старшенбаум, живет у железнодорожного переезда. 10 лет назад отец спас ее ценой своей жизни, но с тех пор девушка прикована к инвалидной коляске. Ее мать Анна Никитична, Юлия Яблонская, работает стрелочницей и после потери мужа страшно пьет. Насте даже приходится просить милостыню на еду. Однажды мать и дочь становятся свидетелями гибели популярной певицы на переезде. Случай оборачивается для Насти шансом изменить свою жизнь. Но как-то раз она знакомится с Владом, Александр Пашков, и выполняет его странную просьбу. Количество эпизодов – 8. Частный детектив Татьяна Иванова, 2014. Жанр – полицейский детектив. Сюжет – бывший оперативник Татьяна Иванова, Анна Тараторкина, занимается частным сыском в небольшом городке. Ей нередко помогает бывший коллега, капитан Андрей Мельников, Александр Пашков. И движет им не только профессиональная солидарность. Количество эпизодов – 12. Идеальный враг – 2017. Жанр – криминальная мелодрама. Сюжет – следователь Вероника Нестеренко, Мария Машкова, считает свой брак счастливым. Но однажды ее мужа находят убитым в машине, а вместе с ним и жену известного бизнесмена Глеба Квитко, Дмитрий Ульянов. Веронике предстоит разобраться не только в уголовном деле, но и в собственной жизни. Ее главным помощником становится следователь Алексей Котов, Александр Пашков. Количество эпизодов – 16. «Никогда не разговаривай с незнакомками» – 2020, жанр – детектив. Сюжет – врач-кардиохирург Игорь Куликов, Александр Пашков, по профессиональной привычке помог женщине, которая в парке стало плохо. Но с Анной, Светлана Щедрина, все оказалось непросто, поскольку она частично потеряла память. Воспоминания понемногу возвращаются, но указывают на то, что ей угрожает опасность. Друзья, есть фильмы с участием Александра Пашкова, которые вам запомнились? Пишите в комментариях, интересно. Не пропустите две отличных работы актера на наших киноканалах. Мелодраму «Переезд» и «Детектив» «Никогда не разговаривай с незнакомками» на. Читайте и другие статьи о кино. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, вместе обсудим все самое интересное. Актер.